guardami negli occhi. Stai piangendo anche tu. Cosa vuoi e cosa cerchi? Non lo sai nemmeno tu. Non lo sai nemmeno che. Что случилось? Не решился войти? Но, конечно, вампир вроде тебя. При виде креста он отступает. Не говори глупости. Если не хочешь слушать мои глупости, едем в Радугу. Ты не против? Нет, мам, я остаюсь. Зачем? А ты не понимаешь, чтобы идти за ней в церковь? Да. Церковь — место неподходящее. Вот видишь, ты можешь пользоваться головой. В меня впечатляет, когда ты думаешь. Да, только ты не втягивайся. Я не собираюсь напрягаться. Пойду подожду у входа. Что? Скажите, пожалуйста, Ада всегда уходит через заднюю дверь, не предупредив? Нет, никогда. Только если что? Если она не хочет говорить, куда идет? Значит, это тайная встреча. Речь об этом? Думаю, да, не украли же ее. Что ты говоришь? Говорил, что думаю. Я подумала, что если кто-то захочет причинить Аде зло... Так как ты могла такое подумать? Мне страшно, но чего ты хочешь? Давайте сохранять спокойствие. Давайте подумаем. Ну, хорошо, подумаем. Но только не о самом плохом. Предположим, что она не хочет, чтобы мы знали, с кем она встречается. Можно такое предположить? Хорошо, предположим. Но вопрос в том, кому Ада отправилась на тайную встречу? Me pregunto, ¿por qué esta sorpresa? ¿Viniste a verme después de tanto tiempo? Столько времени, чтобы para quedarte ahí, стоять parada, здесь и молчать? Sin hablarme. Hace много лет. ¿Верно? Ты... Что? Ты пусiste ностальгия по прошлому? То были счастливые времена. Más felices. Очень счастливые. Sí. Да. Sí, я помню, что мы были счастливы. И también recuerdo что ты была совсем другой. Que eras otra persona. Совсем другой. Да, была другой. Era otra persona. Как бы это сказать? Порядочный. Sí. Да. Можно выразиться и так жестоко. Но тебе известно, почему я изменилась.
Какой удар я получила. Когда... Баста. Хватит. Баста, пожалуйста. Не будем говорить о прошлом. Или ты за этим пришла? Нет, я пришла говорить не о прошлом, а о будущем. О будущем? А какое отношение я имею к твоему будущему? Ты и правда не знаешь? Ты меня в чем-то обвиняешь? А ты чувствуешь себя виноватой? Пожалуйста, давай ближе к делу. Разве ты не в курсе, что некто хочет закрыть радугу? Тебе известно. Ты это знаешь? Да. Да, знаю. Но ты же не думаешь, что это я? Присядь. Выпьешь чаю? Да. Думаю, мне это не повредит. Если это не ты, то твои подруги из Лиги Морали. Может, Руфина Пенья? Да. Да, Мерседес? Это Руфина. Я звоню, чтобы рассказать тебе о сенсации. Только не говори, что ты уже знаешь, что я весь вечер танцевала с Иваном Гутьерресом. В этом городишке новости разносятся быстро. Ты не представляешь, что он мне наговорил. В общем, он намекал, что мы оба обдавили. Что мы свободны, что хотя у нас взрослые дети, мы все еще молоды. Да, клянусь, я тоже не могла поверить. Да. Он такой привлекательный, у него еще и денег полно. Ну, конечно, нравится выйти за него, ну, не знаю. Но мы могли бы встречаться. Ну а почему нет? Мерседес, ну что ты такое говоришь? До конца службы осталось немного. Хватит уже дымить. О, какой кошмар. А что мне еще делать? Я не могу сидеть в машине столько времени. Нет, ты не можешь дышать свежим воздухом, вот в чем дело. Давай лучше я отправлюсь в Радугу и буду ждать тебя там, хорошо? Хорошо. Но оставь машину мне. Она идет. Она. Да. Хархелина, Хархелина, я думала, ты уже ушла. Я уже уходила, но когда я спускалась... Ну давай, говори, а то начнешь нервничать. Мама, она говорит по телефону. Ты представляешь, о чем? Ну вот еще. Только мне не хватало подслушивать, о чем мама болтает со своими подружками. Но этот разговор был очень интересный. И почему же?
Мама хочет кое с кем встречаться. Да? Да, вот именно. Надеюсь, ты меня не забыла? Нет, я помню тебя. Что с тобой? Почему ты так нервничаешь? Я не ожидала тебя встретить. Никогда больше? Не знаю, но это неожиданно. И к тому же я спешу. Очень. Надеюсь, ты спешишь не к жениху? У меня его нет. Я тебе говорила на танцах. Почему ты опять об этом заговорил? Ты правда хочешь узнать? Скажи, а тебе не интересно? И есть ли у меня невеста? Не интересно. А она у тебя есть? А как тебе больше нравится? Чтобы она была или нет? Я знаю ответ. Она у тебя есть или ее нет? Молодец. Находчивый. Нет, у меня невесты нет. Похоже, мой ответ тебе понравился. Почему мне должно понравиться, что у тебя ее нет? Может быть, по той же причине, по которой я очень рад, что и ты свободна. А я рад. Я свободна. Но меня ждут дома. И я не должна опаздывать. Подожди. Давай выпьем кофе, а я потом отвезу тебя на машине. Нет, я тебе очень благодарна, но... Почему ты отказываешься? Я просто не могу. Ну, не могу. Тогда когда? Пропусти меня, пожалуйста. Я не могу тебя отпустить. Я думал, что больше никогда тебя не увижу. И вот когда я тебя встречаю, ты опять убегаешь. Сделаем так. И если ты не хочешь кофе... Давай просто посидим. И просто поговорим. Ладно? Ладно. Только недолго. Así que Rufina Peña, ¿verdad? Por favor, Ada. Podés irte, Zuleba. Bien, señora. Sí, Rufina Peña, Mercedes Castro, Aurora Otamendi. Sí, todas honorables damas de la sociedad. Sí, me consta que es así. Damas muy honorables. Que quieren desterrar a una mujer infame que vengo a ser yo, para terminar con la corrupción que destruye este pueblo. ¿No es cierto? No es dramas. No es así. ¡Pero claro que no es así! Porque son ellas las que quieren clausurar el arco iris, porque allí sus maridos encuentran la diversión, que ellas no le dan. Te ruego, por favor, Ada, no te pongas insolente. Ay, Ágata, por Dios. Ágata. En nombre de la amistad que hemos tenido alguna vez, yo te pido por favor. ¿Me escuchás? Yo te pido por favor que me ayudes. Que me ayudes a que no cierren el arco iris. Es lo único que tengo en el mundo. Tenés obligación de ayudarme. Se te enfría el té. ¿Y qué más podés ofrecerme y ayudarme, aparte de servirme este té? Yo ya te ayudé mucho en el pasado.
si yo sabía que lo ibas a mencionar. Yo te ruego que no hablemos del pasado como dijimos antes. Está bien, no hablemos más del pasado. Está bien. Tienes razón. Ay, Dios mío. ¿Y qué vas a hacer? Trataré de... Постараюсь отвлечь их. Кем-нибудь другими занятиями, чтобы они забыли о радуге. Отвлечь. Я хочу, чтобы ты убедила их оставить меня в покое. Я не пойду против своих подруг. Особенно, чтобы защитить меня, не так ли? Будет лучше, если они не узнают, что я на твоей стороне. Только поэтому? Или ты боишься за 15? В моей жизни нет темных пятен. А теперь тебе лучше уйти. Да. Да, пока Иван не появился. Я? Дай ему лучше тебя не видеть. Он знает, что я любила его. После того, что с тобой случилось, ты просила не говорить ему, что ты любила его. Это было твое решение. Спасибо, что не сказала. Он был с ней счастлив. Она подарила ему сына. Густаво. Сын, которого я мечтала ему подарить. Думаю, нам больше не стоит говорить о прошлом. Агата. Знаешь, я много раз пыталась. И не смогла. Я все время думаю об этом. Все время. Siempre vuelto a lo mismo. Я... Ты права. Будет лучше, если Иван меня не застанет. Ада? Да. Тебе лучше выйти через заднюю дверь. Не обижайся, но... ¿Cuál es el camino? Yo te voy a acompañar. No, no está. Y bueno, habrá terminado de hablar y se fue. Qué suerte, si lo llamo Gustavo. No, espera, por favor, antes decime qué pensás de lo que te dije. ¿Qué, de que no tengo un novio? Sí, de otra cosa no te hablé. A mí no me gustaría tener un padrastro. Creo que no lo soportaría. Creo que a mí tampoco me gustaría. Bueno, entonces tendríamos que hacer algo, ¿no? Ah, pero antes tenemos que saber quién es. Bueno, sí, averiguar quién es y después hacer algo para desalentarlo, ¿no? Hola. Hola, mamá. ¿No llegó Grecia todavía? Yo no la vi. ¡Hola! Sí, Jorgelina. Да, это Jorgelina. Да. Можно, Густаво? А где он? Хорошо, я позвоню позже. Густаво ушел и не сказал, куда. Мы это слышали. Меня беспокоит Грессия. Почему ее еще нет? Я знаю, тебя ждут. Ты задержалась, но дай мне хотя бы твой адрес или телефон. Нет.
Уже поздно, мне пора. У меня идея. Я отвезу тебя домой и так узнаю, где ты живешь. Ты не против? Не нужно меня провожать. Скажи тогда, как я смогу тебя увидеть? Почему ты хочешь меня увидеть? Потому что ты тоже мне очень нравишься. Тоже? Да. Я же тебе нравлюсь. С чего ты это взял? Это было последнее, что я услышал, когда ты убегала с праздника. Не смущайся, в этом нет ничего плохого. Ты что, больше не хочешь меня увидеть? Нет. Как это нет? Думаю, нам не надо больше встречаться. Я спросил тебя не об этом. Я спросил, ты хочешь или нет? Я уже сказала, что нет. А почему? В чем дело? Ты боишься? Мы едва знакомы. Но если мы не будем видеться, мы никогда не узнаем друг друга. Может, это и к лучшему. В субботу на танцах. ¿Hay algo que te preocupa de la hora, Chela? No, señora, no. Es que puse unos huevos a hervir y estoy controlando el tiempo. No quiero que se me pasen porque después quedan duros como piedra. ¿Pasa algo, señora? ¿Что-то случилось, señora Руфина? ¿A ti no sabes? Вечерняя служба закончилась час назад. Ангрессия еще не видит. Ее еще нет. Ты знаешь, что нет? Señora. Она же не заключенная. Если она решила пройтись по городу после службы, то она имеет на это право. Зачем этой приличной девушке гулять по городу вечером одной? Скажи мне, зачем? Еще даже не стемнело. А вообще-то это не мое дело. Почему вы на меня кричите, сеньора? Почему? Потому что... Я полагаю, что вы подружились. Или я ошибаюсь? Просто Грейсия, сеньорита Грейсия, она очень милая. Она всегда мне помогает. Вы разговариваете? Да, иногда. А что, сеньора Руфина? Чила, я взяла на себя воспитание Грейсии. Это большая ответственность. Понимаешь? Да, конечно, понимаю. Так вот, я тебя попрошу передавать мне ваши разговоры. Да-да, конечно, не беспокойтесь. Я понимаю, молодых надо немного контролировать. С кем они дружат, когда они уходят, когда приходят. Особенно, если это девушки. Да, конечно. Чела, hirvió el agua. Pero no veo huevos dentro. Espero que no haya que controlarte a vos también. ¿Qué pasa, mamá? ¿La controlaba Grecia? Y como hace cualquier tía, me parece muy bien. Ramiro, por favor, ¿me alcanzas unos huevos de la heladera? Mamá, mamá, a mí no me podés engañar como la señora Rufina. ¿Qué pasa con Grecia? Ya hace rato que tendría que haber vuelto. ¿Pero qué? ¿Ahora vos también vas a controlarla? I'll give you my love with sweet surrender. Tonight our hearts will beat as one. And I will hold you. Василий, ты в субботу снова пойдешь на танцы? Да, разумеется.
Я хочу увидеть эту девушку. Эту девушку? Эту девушку. Ты хоть знаешь, как ее зовут? Пока нет, но я узнаю, не волнуйся. Узнаю обязательно. А ты не торопишься? Вот именно, мало-помалу, зато наверняка. С ней непросто. Очень непросто. Знаешь, что я думаю? Что? Что ты в нее именно из-за этого влюбился. Ее трудно завоевать. Что за глупости ты говоришь? Просто смешно. Что будете пить, Густаво? Два пива. Нет, одно. Ему алкоголь нельзя, он и так не в себе. Да, одно. Нет, нет, хватит. Это ты не в себе. И знаешь что, я прав. Извините, о чем речь? Может, я советом помогу? Нет, ты лучше просто принеси пиво. Как раз советов мне хватает. Будь добр, принеси. Это за мой счет. Хорошо. Я ведь совсем не его друг детства. И я его совсем не знаю. Так тебе минералки не стало? Минералки. Пиво? Пиво, да. Ну, что? Что? Я прав или нет? В чем? Густаво, тебя в этой девушке привлекает тайна, которой она окутана. Послушай. Меня в ней привлекает, знаешь что? Ну? Ну? Что? То, что она меня привлекает. Прекрасно. Привлекает то, что она тебя привлекает. Блеск. Как только она тебе отдастся, ты ее выбросишь, как ненужную вещь. Ты ничего не знаешь. Я влюбился. Что? Я так думаю. Значит, в субботу вы с ней встречаетесь. Я жду не дождусь этой субботы. А Хархелина, что ты ей скажешь? Я вижу, что о ней ты уже забыл. Все, ваше пиво. Хорошо. А ему принеси лучше чаю с аспирином. Я была у старой подруги, но какое отношение это имеет к нашему делу? Никакого. Если только эта старая подруга не Агата Гутьерс. Агата старая, но мне она не подруга. Как метко, как метко. Вы меня рассмешили. Все, я снова серьезен. Позвольте сказать, что если вы мне не расскажете все, я не смогу вам помочь. И тогда нам уже будет не до смеха, ни вам, ни мне. Агата к этому не имеет отношения. Это ее подруги, Руфина Пенни и другие. Другие? А как вы узнали? Узнала доктор Сапарити. И все. Руфина Пенни. Сеньора Руфина, твоя тетя. Очень рассердилась. Можно узнать, где ты была? Я гуляла. Разве это плохо? Но... Нет, ну. Могла бы ей предупредить, чтобы она не беспокоилась. Она не беспокоится. Она хочет меня контролировать. Она говорит, что я плохая и лгунья. А ты не солгала? Нет. Вы о чем? По твоему лицу я вижу, что ты не просто гуляла. Случилось что-то еще. Чела, а почему ты так сказала? Потому что я старая лиса. Потому что я не хочу, чтобы сеньора Руфина оказалась права в том, что ты лгунья. Скажи мне правду.
Я встречалась с ним. Святые Боже, я так и знала. Что здесь происходит? Отвечайте, что здесь происходит? Что? Lo que ocurre es que se derramó sal y usted sabe trae mala suerte. Y lo único que trae mala suerte en esta casa es la mentira. Приводит только ложь. Me alegra que hayas. Я рада, что ты наконец явилась, Грейси. Я могу узнать, что ты делала после службы? Я пошла прогуляться, тетя. Прогуляться. А почему ты не спросила разрешения? Просто я не думала, что вы на меня рассердитесь. Мне не нравится, что ты ходишь по улицам одна. Это относится и к Хархелине, и к Мабель. Сейчас всякое может случиться, я волнуюсь. Это больше не повторится. И вот еще что. Я не хочу, чтобы ты тайно встречалась с молодыми людьми. Когда настанет час, мы подберем достойную кандидатуру. Да, тетя? Хорошо. Скоро обед будет готов. Да, сеньора, все уже готово. Хорошо, накрывайте. Ты слышала? Тетя не хочет, чтобы ты встречалась с парнями. Да, я слышала. Я только и знаю, что выслушивать. Это ужасно. Она хочет как лучше. Она найдет тебе достойного жениха. Ты не можешь встречаться с парнями, с которыми знакомишься на танцах. Зачем только мы взяли тебя с собой в субботу? Что с тобой? Чела. Я хочу снова его увидеть. Что ты сказала? Да. Я сказала, что мы встретимся в субботу на танцах. Чела, ты должна мне помочь. Как мне поступить? Забыть об этом парне и больше не ходить на танцы. Никогда. Нет, ни за что. Ты должна, потому что... Как это ни за что? Ты что, влюбилась? Грейси, пожалуйста, ответь. Ты просто невыносим. Сегодня мой день. Ты не прав. Нет, я прав. Я ухожу. Ты со мной? Нет, я еще побуду. Но ты не станешь играть в карты? Теперь ты решил стать невыносимым. Завтра утром мы будем работать. И ты мне нужен свеженьким. Договорились? Да, папа. Я плачу. Спасибо, папа. Спасибо большое. Ты остался один, любовь моя? Да, мне нужна компания, мое сердечко. Тогда она у тебя уже есть. Но мне нужны четверо мужчин. Никогда бы такое о тебе не подумала. Я хочу сыграть в карту. Мы в расчете. Сдачу оставь. Привет. Как ты, дорогой? Хорошо. А как ты? Хорошо. Да? Да. Я очень рад. Я могу тебя попросить. Я сейчас ухожу и хотел, чтобы ты за ним присмотрела. Сделаешь? Не беспокойся. Я всегда за ним присматриваю. Да, но... Он всегда благополучно добирается до дома. Да, это верно. Всего тебе хорошего. Чао, дорогой. Пока. Пока. Несмотря на своего папочку, Густаво хороший человек, верно? Закрой уши, рот. Что ты можешь знать об Иване Гутерресе? Ничего, только то, что о нем болтают. Да? Никогда не верь в то, что болтают. И заткни свой рот. Пойду посмотрю, что там внутри. Что там творится. Завтра утром. Береги себя. Привет. Я тут прогуливалась, а ты как здесь? Какое совпадение.
Так ты здесь прогуливаешь? Да, как видишь. В чем дело? Ты мне не веришь? Ни одному слову. Ты прав, я отдала тебе. Моя машина за углом. Едем? Нет, не сегодня. Я должен быть дома. Может, лучше завтра? Хорошо? Нет. Это должно случиться сегодня. Ты должен поехать ко мне на квартиру. Зачем? Там и узнаешь. Ты недоволен, что я помирилась с Густаво? По-твоему, помириться означает целоваться тайком у двери дома? Но ведь это так невинно. Не так уж и невинно. Ему пока достаточно, не делай из меня дуру. Мама, я думаю, нам больше не о чем разговаривать. Мне показалось, что тебе понравилось снова увидеть нас вместе. Это не то, что нужно просить. Для тебя это примирение. А для Густаво обольщение. Por algo tengo mi experiencia. No en vano tengo los años que tengo, ¿no? Ah, experiencia. Ya sé que la usaste últimamente y con muchísimo éxito. ¿De qué estás hablando? ¿Qué, vos no lo sabés? No, no lo sé. Нет, не знаю, о чем ты говорила. Ни о чем. No, nada, no, porque... Нет, что это означает? Мама! Ничего, мама. Если хочешь мне что-то сказать, не тяни. Не кричи. С каких это пор ты на меня кричишь? Eso está mejor. Lo que yo quería decirte es que no te dejes convencer por los besos de Gustavo. Lo hace para confirmarte, nada más. No te dejes engañar, ¿me entendés? No, mamá. Si Gustavo me besó así es porque me quiere. Si te quisiera. No hubiera ido a la fiesta del pueblo con otra. Yo no la vi con otra, ¿eh? Vos no viste con quién estaba, que no es lo mismo. Mamá, ¿qué es lo que me querés decir? Lo que quiero decirte es que no te dejes convencer tan fácilmente por los besos de Gustavo. ¿Entendés? Quiero que cuanto antes le exijas un compromiso inmediato con vos. En eso estamos de acuerdo. Bueno, por fin. Yo te voy a ayudar. ¿Ya está la comida, Chela? Bueno. Хорошо. А дальше? А что дальше? Ты сказала, что это что-то важное. В чем дело, Клавдия? Клавдия, не играй со мной. Именно это я и хотела сказать тебе, Густаво. Не играй. А что? Я хочу заняться с тобой любовью. Да. На семье. Тогда зачем было выдумано? Что с тобой, Клавдия? Ты думаешь, я с любым готовлюсь, да? Когда я пришел к тебе, здесь был Сапаритти.
Не прикидывайся, Густаво. Я говорю серьезно. Тогда почему ты прямо не скажешь, в чем дело? Я готов выслушать. Твой отец хочет, чтобы твоя помолвка с Хархелиной состоялась как можно раньше. Это не отец, а Хархелина и ее мать хотят. Твой отец и мать Хархелины. Почему ты так уверена? Недолго говорили на празднике, после твоего ухода. Ну, возможно. А почему ты решила меня предупредить? Зачем тебе это? Я уже сказала. Я хочу, чтобы ты был только моим. Да? Да, но я думал, ты не хочешь, чтобы о нас узнали. Верно, я не хотела. Но это не означает, что мне нравится твоя помолвка с Хархелиной. Ты понимаешь? Ты хочешь, чтобы я ее оставил? А ты как думал? Нет, нет, Рамир, остань. Я сама вымою. Нет, Грэсси, это не твоя работа. На мне это ничего не стоит. Когда я занята, мне лучше. Грэсси, я хочу тебе кое-что сказать. Да, Рамиро. В общем, я... Ну и дела. Я вам не помешала? Guardami nel